Любі мої, цей вечір мені дуже приємно, що ви зібралися зі мною та дивитесь мене. Я дуже вас люблю та кохаю, тому що ви моя країна. І я цей... Блядь. Так хотіла красиво піздити на українському щиром язике, блядь. 9 лет в українському класі. І все коту під хвост. Тетяна Леонідовна, простите мене, пожалуйста. Я кожен раз не знаю, о чем я хочу снимать свой влог и чему его посвящать. Это все происходит спонтанно. Это как, знаете, пазлы в моей голове, которые собираются именно в данную секунду, когда на меня наставлена камера Саши. Сегодня я, наверное, затрону тему «почему». Почему происходит так, а не по-другому? А, кстати, ребята мои, которые любят Ранцуху Анжелу, хватит мне писать про приветы. Я вам не Поле Чудес с этим Якубовичем. Но вот есть у вас свои личные проблемы, и вы спрашиваете, ну почему так, а не по-другому? Я считаю, что нам дается то, что мы должны принять, и к чему мы должны прийти или пережить, научиться, что-то переосмыслить для себя. Не просто так дается нам это тело, не просто так дается нам именно эта жизнь. И те люди, которые нас окружают, они учат. Если ты умный человек, не глупый, то ты развиваешься. Как у меня дела? Да никак, блядь. Ну как могут дела, блядь, за один день произойти? Родила. Как у меня дела? Родила. Сиськи выросли, да, блядь, волосы отросли. Ну как за один день могут быть у меня дела? Вот ничего со мной не произошло. Контракт никакой не подписала, никуда не улетучилась, понимаете? Тем более мы снимаем меня каждый день. Покушала, проспала, проснулась, пошла на работу, сходила, пришла, и вот такая красота. Меня очень сильно мучает вопрос, почему у меня это тело. Я, конечно, его люблю, честно, но я стараюсь к нему привыкнуть, прийти, усовершенствовать. Но это как вот, знаете, ты Порш, у тебя двигатель Порша пересадить в другую машину, например, там Ауди. То есть, в принципе, внешне ничего сложного, но... другая сущность внутри, правильно? И машина не поедет. Также и здесь. Очень многие люди, которые хотят быть худыми, но у них по генетике так сложилось, то что, что бы они ни делали, хоть бы не бегали в скафандре, они будут полными. И это не от них зависит. Хуже, когда человек сам осознанно себя портит и жирнеет. Не от того, что у него там сбой гормонов, да, или там такое, а просто из-за своего рациона дня, то есть рациона питания, из-за своего образа жизни. То есть человек сам себя портит, то, что дала ему природа, и может этот человек быть очень красив, но он этого не ценит. А какая-то Марфа, которая сидит рядом и думает, ебать, какая у меня подруга, мне бы такое лицо, да, или мне бы такую фигуру, я бы с такой фигурой столько бы добилась. Обидно, когда какая-то скотыняка, которая только говорит, что хочет похудеть, худеть, нихуя при этом не делает, жрет, и максимум, что она делает, это качается по кровати. Действуй, бегай, одевай на себя скафандр, не знаю, там, мотайся пленкой, бегай с утра до вечера, делай что-то. Я против диет, честно, это какая-то зацикленность мозгов, то есть ты не худеешь, ты только морально себя нагружаешь, ты... зациклен на чем-то, и это больше проблема психологическая. Даже если девушки обаятельные, они пышки, они полные, но в этом вся их необаятельность. Эта тема меня трогает, потому что у меня в голове всегда куча почему. Почему так, а не так. Для меня очень сильно больная тема это то, что я знаю, что я не буду иметь детей, выбравши этот путь. Для меня самое тяжелое это то, что я не смогу иметь детей. Я безумно хочу детей. Я была бы шикарной матерью, потому что у меня это развито. И знаете, как, наверное, тяжело, меня поймут сейчас те женщины и те, наверное, родители, которые хотят семью полноценную, которые хотят быть просто мамой, просто папой, но у них не выходит, и они были бы шикарными родителями, они осознанно к этому приходят, они не приходят, как некоторые люди в 20 лет. Почему у той, которая не ценит, ей посрать на жизнь, посрать на себя, дети? А та, которая этого реально хочет, нету их. Это такая загадка жизненная, да? То, что Бог что-то дает, а что-то забирает. Ну, знаете что? Наверное, это какие-то уроки. То есть не просто так, наверное, там у вас
другое тело, которое вы не хотите. Вы чему-то учитесь, вы развиваетесь, если вы хотите этого. Если у вас нет детей, может ваше признание в другом. Очень много случаев, когда люди усыновляют или удочеряют ребенка, да, и потом у них появляется свой. Вы можете найти свое предназначение много в чем. И найти свой путь. Я знаю, что Украина не готова еще морально ко мне. Вы не готовы еще меня принять такую, какая я есть. Но не просто так я, наверное, сижу перед этой камерой и говорю вам эти слова. И показывать себя такая, какая я есть. Я дуже сильно вас кохаю, люблю. Не ходить по іншим блог-каналам. Тому що моє життя – це ви. А, кстати, сказки на добраныч, сказки на добраныч. Йо-йо-йо-йо. Я буду выходить теперь каждый вечер перед вашим колыбельным сном. Смотрите сказки от Андрюшки и внимайте все в свои ушки. Пока.